Женщина с главного Тюменская область в этом году заняла 5-е место в рейтинге инвестпривлекательности среди всех регионов России. Составлен он в этот раз по расширенной методологии, добавляя новые факторы, в частности, взаимодействие силовое давление на бизнес, это взаимодействие с правоохранительными органами, а еще показатели, связанные с процедурами подключения к инженерным сетям. Напомню, результаты рейтинга объявляют уже 8-й год подряд. ОСИ оценивает усилия региональных властей по созданию лучших условий для бизнеса и практики. Все то, что влияет на здоровую конкуренцию. И напомню, что в прошлом году среди лучших регионов была Москва, Татарстан и Тюменская область. Поздравляю тюменцев. Студия.